построить. Просто она начала падать, ее перестали строить. А, нет. Стоечка. Это Ельцин центр. Я дурук, ты дурук, криминальный дурук. Тикал, бля, что-то за тикал. Да хуй. Да там похуй вообще на все. Нихуя себе, ёбанный. Пиздец, еле вышли, блядь. С этого лабиринта столько народу. Ты, блядь, да? На колхозах ЕКБ, блядь. Гиби. Салют! Сегодня мы двигаемся в Екатеринбург. Приключения, пиздец. В Екатеринбурге сегодня день города, так что сделаем сегодня обзорчик. Как движение там все? Да, надо. Как там все будет? Весело, не весело, так что все. Смотрите и не переключайтесь. По-любому будет весело. Едем в Екатеринбург. Погнали! Мы стоим, ждем автобуса. Сейчас автобус подойдет до ЕКБ. Пьем пиво, а схавали шавуху. Автобус приспичит. Че приспичит? Ну а пиво, что может приспичить? Придется тогда заранее вылазить. Надеюсь, не приспичит, блядь. Наш автобус. Какой-то из этих. Из этих двух. Приезжает. В общем, все, выдвигаемся в ЕКБ на день города. Сели в автобус. Даже один автобус не Все, в общем, мы приехали. Сейчас сядем в метро, погнали до площади. Ага, сейчас гайши наши похолут. Все с десятиками, походу, приходят. Два. Как в казино. Да, погнали. Металл искать еще себе. Ни хрена себе. С террористов. Террористов ищут. Погнали. Что они прошло успешно. Ходим, прошли через пикал, что-то за пикал. Да хуй. Да там похуй вообще на всех. Нихуя себе, ёбанный. Знаешь, последний раз, когда мы на метро там были, я не помню вообще. Очень давно. Когда пиздюком совсем. Но. И ногу так поставил. Ну все, мы на площади. Поднимите, сейчас выше сзади. Что там? Да, на площади 5-го года. Ну, это... Все ближе и ближе к концерту. Смотрите, сколько народу. Какая-то толпёшка. И габаритов нет, помогай, что пропустили. Все снимают. Кипиш, походу, будет жесткий. Полный кипиш будет. Под вечер, что будет? 12 ночи. 12 ночи, то уже все расхода будет. Уже все. Думаю, не будет расхода. Рано Ваня. Давай найдем одного курящего и покурим рядом с ним. Где вот? Да вон где сбоку встань, худо, покури, а да и все. Ну, все, понял. Вот здесь вон туда, подальше. Вот, давай здесь пацаны, здесь покурим. Потом скажешь, что это мы пили. Да не, что не скажут. Жека добрался до сигареты наконец. Ну, давай быстрее, надо идти, хуя.
где мусор? Мусорка? А вот хуй его знает, где она. Проблема ебаная, вот не можем выкинуть мусор, хули, мусорок нету нихуя. Нет куда выкинуть. Вообще пиздец. Наконец-то мусорку нашли на ИКБ. Пиздец, одна мусорка на 10 километров. А чё, тут определенной сцены нету? Чисто. Я хуй знаю, каждую позицию. Я не знаю даже куда идти, блядь. Надо смотреть, куда больше всего народу направлено. Да-да-да, вон туда. Туда? Значит, туда пойдем. Деревня прибыла. Колхозы, блядь, да? Да, колхозы в ЕКБ, блядь. Ой, ебать, еще тебя не хватало, ёпта. На велосипеде, да, блядь? Чё, Это она своим хуй. А вон, приближаемся. Музыка играет. Судя по басам, мы приближаемся. Можно там. Скорее всего там, да? Если точно посмотреть, 100 пудов там. Погнали туда. Погнали. Посмотрим. Ебать, народу столько, ёбаный рот. Охуеть, блядь. Ну нормально качать. И ближе. Погнали, погнали. С этого лабиринта столько народу. Гиби. Смотри, все на позиции, пожар. Пожар, но. Скорая. Но. Все как надо. А кто еще здесь в ЕКБ находится, кто нас смотрит? Отпишитесь. Свое мнение. Свое обязательно скажем в конце. Все тут послушали Хэнсон, Мэнсон. Это. Я дурук, ты дурук, криминальный круг. Мы так ржали с ней, короче. А вон, короче, туалет, видимо. Смотри, нихуя. Ставим бутылочки, идем в туалет. Ну давай, короче. Рекламная пауза. Смотри, какой небоскреб. Я он высокий, блин. Охуеть. Это идеальная Пизанская башня. Пизанскую башню хотели такой же построить. Просто она начала падать, ее перестали строить. А, нет. С точку. Вот это Ельцин центр, что-то типа, нихуя он высокий, да? Пиздец вообще. Нормальное такое. Ладно, пошли сюда. Пойдем.